Кейтлин, 5. Пятая платина была. Минимум пятый алмаз. Да, интересно. Что мы еще можем сказать? Там три платины у них. У Кадашки только у Джина хорошие. И у Люксы. Только нагиб и все. Мне даже пофиг, мне даже лайн особо прям так. Если выиграем лайн, это, конечно, великолепный. И Пайк в этом плане уязвимый, типа челик. Я могу реально дать в Пайка прокаст, и он отвалится. Тамудир, Ургот. В Поппи более-менее должна себя чувствовать. Ну, с хорошей сетап. У них есть Удир и Ургот, которых достаточно легко кайтить. У нас есть два таких бачкарь. Здесь бачкарь и Поппи, и танки. У нас больше, чуть-чуть больше АП урона. Но АД тоже есть. Поппи и Кейтлин. Будем стараться. Миньоны были призваны. Это тело лишь одно из многих. Пайк. Ой. Что я не сделал? Ладно. Огонь очистит тебя. В принципе, для нас это неплохая позиция.
сука. Пидор. Вот это обидно было. Ай, хочу дождаться. Я думаю, блять, он не достает, он фашанул, хитрый жук. Кейтлин промазал. Она меня могла бы хитрить. Ты срань. Не задержал. Дай. А, блин, насосал. Че, блядь? Ай. А ты я слил это. Увы. Я не знаю. Слишком зря ждал этот клинок. Че вообще кончено? Слишком много хрени сделал. Ну, удержишься всем. Да что они такие эти? Вообще не могу в них попасть. Коллега сраный. Это нас подкомбачил, конечно, но... Такое себе. Тупает неплохо. Играет. Зажабайтил меня. Блять, у него это пассивка. Хилит просто немерено. Увы. Блять, этот Пайк, чё он так ебёт так сильно меня? Никого не вижу.
же этот, блядь, пайп бесит. Не, ну, мне нет смысла там седьмой левел. Да вообще шансов нет. Противник убит. Типа, чувак, мы можем тебе помочь. Дроп. Хипатина поздно флешнулась. Да. Не, пайк хорош. Нажимает кнопочки. Срань господня, блядь, ну это... Чё он так хорош? Да он хорош. Ой. Но слишком большая разница в скилле. Да, я эту игру однозначно в соляную слил. Тут уж... Увы. Стоит это признать. Союзник убит. Враг сделал даблкил. Ожоги это предупреждение. Мне релай нужен, чтобы хоть что-то было. Просветка. Ладно, люкса тупая. Хорошо, соглашусь. Люкса прям вообще идиотка. Ребят, можно что-то? Он умрет. Они оба умрут. Ебать, ладно. Он не захотел Ахру добить. Нам надо было Ахру добивать. Папе там тоже насосало.
Ваша башня уничтожена. Если бы охра дальше пошла бы, мы бы тогда что-то могли сделать. Как же Пайк силен против Бренда? Ебать, он отфлешился! Санина, хуйнина! Радостная. Ты потратил свой флеш. Минус пока. Не убьет он меня. Прощай, Бобби. Мы будем помнить тебя, словно вспышка ночи. Надо Кевин 0-4-0. Тоже плохо. Тут я виноват. Как бы. Рейтнем. Это что, Джин флешанулся? Пиздец. Но хра вообще не хочет кнопки жить. Давайте сдадимся. Вынужден признать. Че ты чертил, говорит, на пайке? Блять, срань хуйня. Пожар не остановишь. Бать! Поппи вообще просто бежал оттуда. Зачем? Зачем, блять, помогать? Чем танчить? Чем танчить? Ебать. Ваша башня уничтожена. Враг неудержим.
Сука. Ладно. Ты надо было ссорить. Или не ссориться, язники. Мы сейчас попробуем на 20-й, конечно. Нет, блядь, нет, нет. Зачем? Зачем, блядь, сдаваться? Давайте поиграем. Лишние там 20, 30, 40 минут. Ну они все спушили, типа два ингиба. Охране помогает ему. Хорошая Ари. А, вот он пишет, спасибо за помощь. Плясуем. Подожди, подожди, этот пайк. Нахуй пошел. Если у них амрез, да амреза нет, ни хрена просто, типа, пацаны. Сила умений. Что там, есть ли отхил какой-то у него? Хотя МРС уже есть, да? Давайте лучше куплю пробивание. Пробивание всегда работает. Спасибо, чувак. Да, у меня не было ешки. Да, он слишком подвижный. Скорее будешь закончить. Просто лишние 8 минут, 9 минут. Сейчас пойдет 9 минута лишняя, играем. Это просто нет смысла. Не, ну там есть, конечно, сверх-супер малюсенький шанс выиграть, но... Кейтлин, блядь, ну почему ты в мою сторону? Шансик-то есть, конечно. Но теперь уже нет. Слава богу, все это закончилось. Я попью за репорч. За оскорбление. Да, я не лучше сыграл, конечно.
Но я топором... А, нет, подпи топором. Я все зарепорчу. Я думаю, еще одну игру я могу сыграть. Изи, без потери. Ну, то есть я не упаду точно. С колбы первый. Отлично, так быстренько насосали за полчасика католичку. Может, дальше получше пойдет? Я надеюсь.
тиран! Ветра в вашем распоряжении.
Чё там игра-то не стартуется? Сколько можно? Всех по 100%. Алло? Алло, это Riot? Riot Games? У нас тут игра не стартуется. Подкрутите там чё-нибудь, а? Ну это уже как-то этот... Ну, наконец-то. Добро пожаловать в ущелье призывателей. Наш Вуки не будет нафиженным, потому что он лесничок. Были призваны. Затаи дыхание. Вражеский бот тоже пулил. Ой, сорян. Ну, она так дралась до конца, молодец. Хотя бы это меня радует. Что ее никто не бил, она такая, ну ладно, я тоже подерусь. Не того ударила. Гармонии с ветром.
Блин, я чё, сразу не нажал? Чё, выкид никого не мог убить? Ебать. Санина хуйнина, блять. Край хитбокс. Минус северка. Ракан тупой. Блять. Все равно все плохо пока что. Сраная люкса, блять, ультанула. Такой... Это игра полегче, конечно. Это по ракам, в отличие от того, намного хуже играется. Намного хуже. Видно, что он голдовый, а не платиновый, как тот был. Ну, потанчи, чё ты? Блядь, чё ты боишься потанчить-то? Зачем ты-то пошла со мной? Чем ты пошла? Ну, она быстрая. Блять, зачем за мной Декер идет, а? Ах, блять. Ладно. Ну это забейте, это уже болезнь, это лордовая болезнь. Не лечится. Тоже не лечится.
Промазала. Они еще не хотят энгиджить. Чё там, блядь? Да ушли мы уж, ушли. Вот что нам там пингить. Бля, как ни хуйня не опять делал? Еще дырочку я не дам убить. Блять, можно было и лучше сыграть, конечно. Ебать. Ну вот это разве типа нормально, когда один кухан так сносит? Я не знаю, типа, ой, минус Синдра, да? Ну, это мы, блядь, не имеем права. Просто не имеем права сюда выходить. Севир, как ты не понимаешь это? Рип. Я не знаю. Все очень плохо. Ну это FF. Кто-то не нажмет их, я 100% вот писюн свой ставлю.
стопудово, как минимум один найдется тот, кто не нажмет. Я не знаю, что делать. Здесь арбы. Желаете? Как на дайте уже варды. Так, варды дали, окей. Что-то радостное. А, кадилу есть. Давайте. ХП немножко. Хочу быть хоть чуть-чуть пухленькой. Я просто мавка с одной ульты прошу разбрил. И в этот раз он тоже сбреет с одной ульты. Как и Люксан. Шлюксан. Давайте сюда возьмем. Блять, жалко, как он сюда не идет. Конкурс, блять. Мог же убить. Давайте, давайте это возьмем. Можешь, блять, потанчить, пожалуйста. Почему ты не хочешь? Блять, прикалываетесь? Там минус 2, блять, минус 2. Гармонии с ветром. Он тупой, блять, ёбаный хуй.
минус люкса было, могли драться. Ох, ёж макарёж. Блять, ну хуйня, зачем я за ней пошел, а? Ошибка. Фух, Синдра попала. Санина хуйнина. Ну, не... ну да, типа, мне, короче, надо вообще сзади стоять, типа, и все. А что, она не видит, что ли? Когда у нас было 2 килла, мы могли, блядь, изи брать дракона. А вот теперь они могут изи брать дракона. Не хватит, у тебя синдра урона, блядь. Чем ты кастуешь, блядь? Там не надо быть вообще 7-5 во лбу. Чтоб понять, что не хватит урона. Я иду, блядь, братан. Опять мы не можем дракона. Вуки вообще не хочет. Блядь, чувак, потанчи, а, пожалуйста. Почему ты, блядь, эту хуйню, блядь, делаешь? Можно же было, блять, ну всем накинуться, а? Ну троем стоим, ну ёпш твою мать, что ли? Ёп твою мать. Кинь, блять, я не могу. А! У них такие, типа, сильные эти... Ну есть кто может подтанчить. Ваша башня уничтожена. С два огненных Дрейка, это прям задел на будущее. Синдра и... четыре персонажа, которым вообще это норм. Сейчас опасно, вот сейчас реально опасно подойти. Ни за что. Типа, ну там синий баф, ребят. Синий баф это ничто. Забейте болт на эту хуйню. Ну, попади, ну, пожалуйста. Хорош. Блять. Это было очень легко. Нужно две тени, нужно искупление. Очень много нужно предметов. Хорош, хорош, окей. Он столько раз не врывался, когда у меня щит был, это просто на дракона могли забрать. Изи просто, изи катку. Давай. Пожалуйста. Я замедлил, ребят. Замедлил, хороший. Идиот, а? Ну, конченый.
Чё там происходит? Там кто-то был? Муксинжа, подеритесь вы с ним, ёб твою мать. Проблема тут. Начали призывать. Нам нужны киллы. Санина, блять, а! Как они, блять, просто ждут это? А-а-а! Надо просто блять прокасты, ты труп. А я не могу помочь. Блять, Адекири пушит. Но они вот они. Зачем-то сказали Адекири, что он плохой, что бот плохой. Сразу получили свою хуйню. Но они идиоты, вот они зафлеймили вот нашего Адекири, и он с нами в файте не пришел. А мы могли этот файт выиграть. Ну зачем хейтить? Зачем хейтить? Что вам от хей даст? Я труп. Ну! Ну, блядь, оу. Почти. И все, это труп, да? И ты труп. Не хочу я падать, не хочу я падать. С голды один. А, вообще неохота. Тут какой-то сосайка. Я не знаю. Я ультую с синдрона и постоянно встревает. Я не знаю, блядь, что делать.
Хуижин, блять, вижен, хуижин. Ой. Пиздец, как они бегут. Разбегается. Разбегаются детишки. Ну все, это дичь. Ваша башня уничтожена. Конец серии убийств. Же не успеет спушить. Сейчас Вуки придет. Так. А где Синдер-то? Чё на ФК стоит? Кек. Не захотел парни сражаться. Бля. Надеюсь, мне низкий. Два поражения подряд не должны кидать низ. Сука. Да. Я не очень сыграл. Да и Рейкон там особо не светил. Я бы не сказал, что он вообще как будто не присутствовал. Так что я хз. Точно не был кем-то супер крутым. Блин, я не знаю, хочу ли я третью начинать. Уж два луза, это так. Серьезно. Ну что там подумаешь? Ну. Ебать, там Шлюкса, конечно, дамажил. Да у меня хила была больше, но я не знаю, короче. Вроде мне казалось, что все хорошо по сетапу, но... Хочу ли я играть. Аж, блядь, на
Блять, лесниках сыграть? Я уж даже, блять, не знаю. Вот здесь я как говно сыграл, согласен. На Жанночке я получше сыграл. Давайте, ладно, еще одну. Блять, нет, подожди, на саппорт. Хуй с ней, играем. Играю на все деньги. Говорится, упаду, так упаду. Чего быть, того не миновать. Я очень редко падал прям в дивизионах. Если серьезно играл, то это будет обидно. Падал, когда либо специально сливал лицо свое, либо когда, ну, фанился специально. А так, чтобы когда серьезно играл, всегда повышался. Поэтому, блин. Ну, было, конечно, пару раз. Ну, такое. В этой игре прям, я не знаю. Может, даже не саппортом играть, а реально лесником каким-нибудь. Пользы больше будет. На Еве там лузов последних дофига. Давайте попробуем на леснике. Обычно. Саппорты не идут. Если саппорты не идут, значит, надо свечить роль. Ну и за бренда ведь даже... Ой. И по дэмэджу там был нормальным. Обидка. Но я мог еще лучше сыграть. Там я вообще точно мог сыграть лучше. Потому что это бренд. Он дает много возможностей тебе. Чё там? Можем, короче, упасть с голды. Изи. Потому что три луза и... Такие типа... Вы были понижены. Вы были понижены. Я не уверен, что у меня прям супер хороший ММР. Скорее всего, нет. Чтоб ты мог много узать и не падать, все должен быть очень хороший ММР. Сейчас посмотрю, какой у меня ММР. Нормальный. Видишь, 1700. Нормальный. Теперь твой ММР зависит от того, как ты играешь. Ну. Давайте. Пробуем Евелину.
Кого я хочу забанить? Мучка Зюля. Это самое опасное для меня. Для него я всегда изолированная цель. Ирелинь в бане. Роза бедняка элита. Ты же хочешь меня? Поздравляю, мой пик говно вообще. Зачем? Типа... Вуконга? Будет очень сложно убить. А, блин. Зато это тот Вуки. Мы можем отомстить. Там телепортов вагон просто. Бля, это плохо. Однозначно мне нужен баншик. Скорее всего будет джангл предмет. Лечбен, баншик. Вообще без вариантов. Ну и главное, Йорли. Мне нужны очень хорошие первые 6 леваков. Вукон, кстати, единственный. Я его залайкал, и он единственный, кто у нас хорошо играл. Блин, обидно, что он против меня. Бля, там и у Леона 70% финрейт. Тяжело. Тетя тяжело. Надо напрягаться.
Опять же там Леона, Леона контрпик Блицкранка. А Леона вообще изи контрит. Ну, у нее хукает он. А ей только в радость это. Ой. Миньоны были призваны, чтобы меня найти. Он вроде живет. Поп решил не заходить. Ай, я, короче, хз. Он хорошо, надо очень хорошо отыграть. Там. Там кану пишет. Да особо-то не надо, братан. Братан, братишка. Вообще пикля нас ходишь, херовый. Вукунг точно знает, откуда я стартую. Он, скорее всего, с краской. Печально это. Надо так сказать ему. Там ты там аккуратнее. Обидно проиграть эту игру. И эту. Эверин сделает все сама. Один один. Когда-то я заводилась с полускрика. Расслабься. Чё ли я на топ уходить, да нет? Что я не буду кару тратить? Тавуки, да? Тавуки. Хочет меня убивать, наверное. Я, наверное, все-таки синий смайт возьму в этой катке. Причина Мальзахар. Я могу его щит снимать. И ваше сердце, щит, смайчу синим смайтом. Могу подбегать. На боте просто секс. СМС регистрации. Все. Я знаю все оттенки боли. Я не убью. Да. Бомба шишка. Пусть их разрывет. О, что я с тобой сделаю? Я зря флеш потратил. Thank you.
Особо он мне килл дал. И это очень важно. С Уконгом нам лучше не встречаться. И шестой. Но я без маны, без всего, так что я не могу выиграть опять же. Синий. У меня будет 20% КДР, и как раз на этом КДР надо будет ульту разрядить. Ребята. Синий. Потом бот. Рич. Только бот. Да, детка. Раскрепостись. Там вуки, блядь. Крипов много. Вообще не запушит. Только стой. Прикоснись ко мне. Да санина, а! Блять, ультануть, а! Да вот дерьмо. Так бы было неплохо. Чё ты, блять, хукаешь? А чё они творят там? Можем взять на Шора. Иду, иду. Это Фри Дракон. Это реально Фри Дракон. Все. Без исключения. Эверин сделает все сама. Давайте это возьмем. Хорош. Хорош, хорош, хорош. Хорош. Пока у нас все хорошо. Блин. Тебе Конг сделал тоже полную дичь. Yeah.
На топе 2-0. О, великолепно. На миде физ 1-1. Для физа это очень хорошо. Надо будет помогать. Так аккуратненько. Сейчас иду, иду, иду. Подожди, подожди, брат, там братишка. Там братишка. Сейчас все будет. Противник убит. Держимся. Хилимся, живем, блять. Чипы нужен. Дарксил надо бы раньше купить. Ну ладно. Надеемся, мы вообще настолько успеем. Это риск. Но если риск оправдается, я буду прям в полном шоколаде. 40 секунд, я даже не знаю, чего, блядь. Где ходить и что делать? Ищу того единственного, кто выдержит мою. Вот там на топ пошел этот чувак. Я иду, где на бэч? Там есть еще не бэч? Пусть их разрывает, Джо. Не бойся неизвестности, или бойся. Прикоснись ко мне. Хорошо. Хорошо, блиц так на себя забайтил. Вот, вот я понимаю, саппорт. Все сделал, чтобы я просто пришел и выебал чуваков. Хочешь, бери. Эдриан сделает все сам. Главное, блять, убей этого. Захара. Я не могу пока гангать. Пока ульта нет. Ой-ой-ой. Боль — это любовь. Душа смерть. Че там, блядь, где Джин? Давай, давай, Джин, ну попади. Хотя ладно, нахуй ты никому не нужен, Джин. Джин на 10, там все хорошо. Отлично. У меня было 4, стало 3, ладно, на смерть. Нормально, хорошо. Жить саппорт ничего не стоит. Практически. Так, теперь надо левел. Обязательно нужен левел. Наши пушат, все хорошо. Я, ребят, типа, давайте-ка. Давайте-ка блокируйте. Так, анализы без ТП, это хорошо. Поппи, то, что Поппи не прилетает в файт, это уже хорошо. Хотя, ясик стал не очень хорошим счетом. Нужно гангать его. Так же, братан, 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 братан. Я иду, я иду. Интересно, зачем, зачем, блять? Вот джанглу я тебя показываю, типа, давай, давай, иду. Зачем? Братан, братишка, я же убиваю его. На меду нашего умрут. Нет. Умрут, умрут, я знал.
Мне нравится смотреть. Я не могу, типа, это очень опасно. Ну, блядь, я сказал, что, блядь, не надо. Ну, чё он дебайтит меня? Это вот этой игры может стоить уже этот мув. Настолько все у нас тут шатко. Ну вот, короче, не стоит слушать 2-3-5. Не стоит слушать идиотов. Братан, не надо, пожалуйста. Братан, братан, братишка. Братан, вы ничего не сделаете. Вы там все умрете. Отдайте, отдайте этого водного дракона. А, этот вук. А, это вуконг, идиот, блядь. Он же, блядь, вечно трусит этих драконов забирать. Я, конечно, найду, ребят, но такой тип. Да, блядь, а попе откуда? Бля, ну вот это дерьмо. А я су, нет. Давай забейте, мы выкинули игру. Буду да нажимать похуй. Да, Поппи очень сильно сделал. Да не надо было драться, я сам говорил, не надо драться, пошел. А можно хелп? Пиздец, физ, ему вообще похуй был на попе. На попе, которую было просто изично забрать. А мне надо брать этого, блядь, Геральда. Пизду, пусть хотят берут. Ну беги так к своему, блядь, скранку-то, а. Блядь, еще один. Ай, блядь, забейте. Давай квадро, блядь. Пизда просто. БЦ. А, я не могу просто. Я такой же хуйню сделаю. Мне горит. ГГ. Так, ну, нужно сурить. Нужно сурить. Мне нужна баншка. Не, горит просто, блядь. Что он меня размотал? Да, неудивительно. Я какой там, блядь, прокаст? Ну, просто убить его. Ну, убейте его, пожалуйста. Ебать.
Блять, ну как ты ясик, ты попи сосет? Ну как, блять, как? Все ж, блять, на топе было нормально. Че ж у меня, блять, проблема-то с попи? С Тринти Форсом, ёб твою мать. Это, блять, не попи, это вообще хуйня какая-то. Где, блять? Ну вот теперь убиваю на двое. Серьезно. Че ты флешишься тогда, если ты не можешь ее убить? Срань господня. Еще пингует меня. Ладно, я понял. Человек ненормален. Просто, блять, иди нахуй. Ой, блядь. Я не могу, блядь. Не могу. Я не могу туда идти. Ненависть. Что? Боль. Нужен баншик. Нужен баншик. Пожалуйста. Игра, отпусти меня. Дарксил. Ну, плохой идея. Блять. Ну вот этот пидор, блять, проблема. Ебать, он промисл! Что, он не мог одного из четверых, из троих вытащить, что ли? Это вообще звездец. Просто фантастика. Ну не идите, не, блядь, зачем вы это делаете? Они же даже на Шора перестали бить. Конечно, надо даваться. Это лус. Блять, еще один лус. Как же Люцик ебошит? Как же он ебошит? И не Вуконг был проблемой, не Вуконг. Ну чё, я потерял? Упал я или не упал? Вот в чём вопрос. Скорее всего. Ну, вероятность там 70%, что я упал. Я даже никого лайкать не хочу, блядь. Всё. Этот, блядь, выиграл в 2-0 шел. Блядь, 2-0 на лайне шел. И как он мог лузнуть лайн? 0-2 попи. Нет, ну, блядь, это нереально. 12, 14 еще у него урон. Ну, попи там зарешала пару файтов. Она закерила своим телепортом. Боже, это было неприятно. Попи много сделала. Питер, блядь, хорошо играет. Ладно. Ну чё, значит, у нас еще один шанс.
На лесе. Мы в лесу. Блять. Как мы в той игре не выиграли? Были ошибки, конечно, с моей стороны. Были. Я нечисто сыграл. Тиран. Еще Хасаги, который вечно на топе был. Блин, у них там Поппи, блин. Ага. Мы выигрывали бот. У нас все хорошо было. Поппи пришла, перевернула. Ладно, что поделаешь. Бля, Ката, это вообще опасно для меня. Я даже не уверен, прям в одну Кату что-то пикать конкретное. А, похер. Ты же хочешь меня? Хочу. Хочу тебя. В итоге, блядь, тут Вуконг выиграл. Он делал хуйню вообще полнейшую по игре. Как же он от драконов отходит? Ну чё, гоу сосать. Чё нет-то, почему бы и нет? Очередную игру. Когда у тебя начинается устрик, значит у тебя устрик. Смотрите, теперь в моей... Против меня все голды, а у меня в команде 3 платины, не все пятые. Ну, как бы... намек на то... Не, ну КДшки вроде более-менее. А там Зоя, а там, блядь, Ката. Ката будет ебать эту Зою. Вместе с Кайном. Две дырочки. Вернее, в два смычка. Джакс ТП. Почему он берет ТП? ТП и книгу. Почему не Игнайт? Взял Игнайт, подрался, потратил Игнайт. Не убил, допустим, или убил. Вернулся, поменял. ТП, вернулся на лайн. Разве это не так работает? Я не понимаю.
Леон, кстати, начал много видеть. Все как будто скина ждут, уже начинают так потренивать ее. Гиу, там легендарочка на Леону будет. Давай-ка я затренькаю. Силин, конечно, в нашей команде неплохо выглядит. Он может и войну резнуть, и Зои резнуть, и меня. И у нашей команды ММР прям много, да? 1723, а у них 1583. Если по ММР, по всему мы должны победить. Если я эту не выигрываю, то я точно падаю. У вас три палатки. Палатки. 30 секунд до призыва миньонов. Это же золото, значит, у вас бустеры, блять. Понятно. Чё вы ноете? Миньоны были призваны. Блять, какой, блять, выйти? Цур на 15. ФК, стой. Гримаса боли. Всего лишь перевернутая улыбка. Что? Чё-то война убегала. Это забавно было. Что-то пул, конечно, так себе был. Что там, плесник, там Каин, бля. Бля. О, что я с тобой сделаю? Очередной лесник, который мега силен в начале. Там Леона. У нас война и Зилин. Там Леона и Кейтлин. Нашла им слабее на боч. И на миду. С учетом того, что Сиката умеет играть. Ну хорошо, на шаргой там флеш только потратил. Эвелин сделает все сама. Дорогой любимый докстер. Я взду Николай, сможешь стрим подрубить? Каждую клетку требует силы. Я наполнен болью.
Блять, почему? Сука. Так, я точно беру красный в этой игре. Твой взгляд, как горячий ветер. Мои когти, как острый нож. Чё, что я играл? Мне вообще похер. Ой. Прикоснись ко мне. Чё ткань боится меня? Я не понял, чё меня боится. Я люблю до крови. Что он там просил Джекса? О, что я с тобой сделаю? Ну что, погнали гонки? Я немного не доформил. Раньше я не терпела боли, теперь не могу насытиться. Бля, они уже дерутся. Минус будильник. Чем бы заполнить пустоту? Да, детка, раскрепостись. Я избавляю от страданий. Навсегда. Я и не убью сову. Много экстаза. Догони ее. Подожди меня, крошка. Только стоящий на коленях не сожжет. Эвелин сделает все сама. В любом случае, это было выгодно для нас, да? А втуху-то кто будет давать? Ох, мое сердце. Ебать, мое сердце.
Ладно, Зоя хорошо пришла. Окей, это выгодно. Все мои встречи на одну ночь. Дай поцелую. Чем бы заполнить пустоту? Слишком быстро она умерла. Когда-то я сводила с полуслика. Я прошепчу тебе. Что я могу сказать? У меня тут проблема. Серьезно? Прикоснись ко мне. Союзник убит. Противник убит. Скучаешь? Не убить. Печаль. Я всегда тогда пора. Что там, вот опять сдох? Туши след. Блин, женщина, будь аккуратнее. Кожу снег. Типа, у нее 60 крипов, у меня 65. Его 1-1-1, у меня 1-1. Но пока у нас паритет прям очень жесткий. Зилка нету ли ты? Промазал всем. Боль и удовольствие. Куда ты? О, что я с тобой сделала? Вы убили врага. Нет, не надо. Не умирай. Да, детка. Хочется коснуться твоей шеи губами, зубами. Эвелин сделает все сама. Давайте еще поиграем. Давайте, не. Женщина, пожалуйста. Женщина, спасибо. Спасибо, женщина. Только стоящий на коленях не солжет. Хорошо.
хорошо. Блин, мне нравится Зоя, она среагировала. Это очень хорошо. Люблю, когда мидеры реагируют. На фрикилы-то. Ух ты, Кейтлин. Ну чё, серьёзно? Мать, у меня проблема. Ну, вышку не снесли. Да, ребят, ребят. Не понимает. Ваша команда уничтожила башню. Ты уйди. Зилок, ты конченый. Ладно, выжил, окей. Хотя не факт. Стоила ли моя смерть в целой таверке, я не уверен. Может быть и нет. Моя женщина. Они идут. Они идут, они идут, женщины. Ой, пожалуйста, живи. Спасибо. Ну. Ну, Зилок, ты мог что-то сделать? Да блять, ну кнопка-то жмись, а! А? Не жмется. Не жмется и все. Вышку сломайте. Все нормально. Бля, я так, блядь, чё я зашопил ульту. Чё там Джексу вообще похер? Окей, они за это две доверки потеряют. Джекс уже заклебывать начал. Он же топер, да? Наш топер, я не вижу нашего топера. Еду, еду. Я люблю. Да, еду. О, что я с тобой сделаю? Изики. Я прошепчу тебе на ушко. Херак бездны жив, но мы не живы. Мне нужен 11-й лава. Да, детка, раскрепостись. Да я не дождался. Мне жибен очень сильно нужен, 2000. Что он, блядь, там делал? Скажите на милость. Хотите брать это дерьмо? Хотя Джексон там. Там есть на что посмотреть. Окей, там, блядь, пушит. Страсти. Я бы Геральда выпустить.
Еще в такой позиции, где Геральда негде выпускать. Я не знаю. Любовь и ненависть. Две стороны страсти. Может быть. Дай поцелую. Шиммеркоман. Кажется, это Джекстер или Басит, очень резко. Чё, блядь, братан? Ох, он чуть не отвлек этого идиота. Трогать можно. Посмотреть нет. И все же на них вот это не любим. Скорее всего, кольцо, может, и продам. Пизду, у меня нет стаков. Ну, в этой игре я не супер хорошо, но что-то посередине. Хотя это 1-1-6. Да и полезнее, чем Каин. Блять, зачем вы берете? А срань господня, а? Зачем? А, там кто-то убил еще. Нет, там какой-то проблема сейчас. Ого, барона. Ого, барона, ребят. Божественно. Да, детка, раскрепостись. Похоже, хорошо, что Джекстер лебасит. Блин, ну реально дребасит. Души свет. Банчик. Нужен ли банчик? Нужен ли банчик? Я не знаю. Угадайте, кто вернулся?
Думаю, морелка нужна. Фришный барон стоял, типа, берите меня, а типа... Ну, всегда есть возможность играть по объектам. Почему нельзя играть по объектам? Следуй по цепочке, если... Нет, хотя... Свет только мешает. Сейчас я не уверен, что это фриборой. Сейчас придут крипы, что тебе надо, да, можно их ускорить. Не, ну это был специальный мне фривин. Я мог тут ничего не делать. Они бы выиграли. Сразу зарепортить.